Подготовка к съемке нового видео про перепрошивку IMAX B6. Вот, запасные аккумуляторные батарейки. Уже открутил. Все на магнитиках. Кстати, магнитики из CD-ромов. Есть у меня одно видео про CD-ромы, что можно из них извлечь. Ну вот, собственно, там дальше клавиатура. Вот лампа. Без лампы это. Вот так. Штатив. Ну что же. Ну да, еще программатор. Вот такой вот страшной программатор. Что еще можно добавить для лайв канала? Ну, не знаю. Да ничего. Это не оригинал. Китайщина. А, ну да, лампа питается от сети. Сейчас. Вон там зарядные.